Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова Демастер, и сегодня мы поиграем в Небесные Войны, то бишь Skywars на сервере Crystallics. И я расскажу, почему вчера не было вообще никаких ни видео, кроме данных. Но данные просто мы заранее записали, я вчера вообще не снимал. У нас были технические проблемы на сервере, поэтому мы занимались серваком, и я не снимал. Нужно было их решать, и я думаю, вы понимаете, то, что вообще жопа была полная. Ну, вы лучше меня должны тоже... Ну, хоть нет, лучше меня вы точно не понимаете. Вы даже не знаете, что там творилось. Вот, но было очень неприятно. И поэтому мы были заняты весь день сервером. Да и вчера мы тоже были заняты очень долго сервером, поэтому даже превьюшек на роликах не было. То есть я в последнее время очень сильно занят этими всякими техническими проблемами, которые не из-за нас в основном получаются, но тоже с нами, естественно, связаны. Так, всю еду забираем, кожанку скинем. А, и у нас, кстати, ровно хватает на еще парочку стрел. Давайте скрафтим. Вниз пока не будем спускаться. Сразу же убьем пару человек. Я думаю, это на хороший ход. Мне нравится эта карта. Здесь постоянно мне вот везет с лутом. Я не знаю, как это объяснить, но как я на нее не захожу, постоянно лут хороший достается. О, чувак понизу, что ли, пошел? О, другой запрыгивает. Все. У них там тусовка начинается. Так что можно, в принципе, туда идти. Там сейчас будет парень закоцанный. И мы его сможем подкоцать, я не знаю, продамажить, убить. Он пока там в самом низу, и он не знает, что я к нему иду. Я вот такой вот мостик проделаю и вот так встану. Чтобы поспамить стрелами по нему. Потому тоже разок стрельну, чтобы он не выпендривался. Не буду давать ему... Так вот, почему ты не попадаешь? А, из-за кактуса. Кактусы, они очень жирные. По ним очень, из-за них очень тяжело выпадать. О, ну кактус добился. Ладно, нормально. Зато мы с ним получили алмазный меч. Это самое главное. Алмазный меч всегда хорошо. Плюс надо посмотреть, что у него было из брони, потому что броню лишнюю получить тоже неплохо. Все говорят, вот ты спамишь из лука, поэтому и убиваешь людей. Чуваки, так это Skywars. Если у тебя есть лук, почему бы из него не спамить? То есть как мне вообще... То есть я должен, получается, не спамить из лука и говорить, ребята, я даю вам шанс, можете проходить, да? Не, надо спамить из лука, это хороший способ победить. Почему бы нет? Если у тебя есть лук, то ты должен спамить. Если у тебя нет лука... Ух ты, ё-моё, я должен вот так вот рашить, пока я отвернулся, и чуть не убить меня. Ё-моё, я даже испугался немножечко. Не, он меня, конечно, не убил, но я реально обосрался. Фух, он так на меня напал неожиданно, что-то я вообще думал, что он не пробежит за это короткое время, но он все равно пробежал, это было жесть, конечно. Да, мне было сейчас немножечко страшновато, если честно. Парень взял меня врасплох, но не убил, потому что я его подкоцал из лука, вот и все. Да, это очень просто, черт, никто... Блин, видео, не знаю, ВК у меня иногда бывает ломается, и сообщения почему-то слышны, это подозрительно. Ладно. Не знаю почему так, но настройки ВК иногда почему-то сбрасываются. Может, я хэш себе почистил, может, чем-нибудь еще. Но это как минимум неприятно, потому что я на записи не люблю, когда ВК так делает. Вообще не знаю, зачем ВК делали эти сообщения, чтобы было слышно. Я вообще не фанат ВК. Переписок там, ну, людям нравится, и поэтому тоже там сижу. Вот. Поэтому я редко отвечаю на сообщения ВКонтакте. Да и вообще личка у меня закрыта. Все. Подписка. Ну, зато у меня есть TeamSpeak, и если вы будете сидеть в TeamSpeak, вы сможете там пообщаться со мной. Я как раз таки в TeamSpeak, ой, ё-моё, это уже было в реале какой-то беспредел. Да что такое-то, просто весь день какая-то фигня. Тут общем, с ума уже схожу, видите, да? Невозможно нормально записать даже. Даже когда хочешь записать, невозможно записать. Да я и вчера на самом деле хотел записать, но что-то как-то вообще не, я говорю, не шло, вообще не катило. Вот, то есть, ну, вообще не получалось, потому что нужно было решать проблемы. До сих пор проблемы еще остались. Вчера новая серверная машина приехала, новое серверное оборудование. Вот сейчас мы будем уже, постараемся быстренько решить проблему. Но она до сих пор осталась. Вы, наверное, сами понимаете, что все очень плохо. Сейчас, но не нужно. Ребят, знаете, в чем ваша проблема? Вы постоянно вспомните в комментариях и везде там... Ты мастер, вот-вот-вот, все плохо там. Ребят, мы что, сами не видим, что все плохо? Давай, давай, парень. Все, видите, он напал на меня. А у него были стрелы. Вот он мог скрафтить себе лук. Стоп-дово, вот прошаришься с 5 сундукам, которые там были. И стоп-дово можно было найти нитку. Вот я отвечаю, там была нитка в этих сундуках. Там 100% была нитка. Он мог ее найти, и пока я вот так стоял и скидывал вещи, он мог мне продемажить спокойненько и убить меня потом. Но он так не сделал. Кстати, откуда луки? А, у него были луки. То есть у него еще и луки были, понимаете? Этот парень мог легко меня убить. Но почему-то он вместо того, чтобы проспамить стрелами... Вы знаете, все говорят, вот ты спамишь стрелами, да? Это опять же к этому.
возвращаясь к тому, потом, вот, даже нитка у него была, или это моя нитка, неважно. В общем, суть-то в том, то, что можно было просто вот так вот взять, и пока он стоит, раз, не получилось. Мне кремний нужен, а кремний мне не дают. Давайте себе шлем, а не шлем, у меня нормальный. С той стороны никто не идет, сколько игроков осталось? 8 игроков еще осталось. Жесть, я еще обожаю эту карту за то, что здесь очень много игроков играет. Реально, дофига. Просто жесть игроков. И поэтому здесь интересно играть. Вот так вот будем выкидывать вещи, чтобы увидеть, что происходит в той части экрана. Да ё-мо, что же не выкидываться? Надо чуть повыше экрана, наверное, поднять. Вот так вот. Вот так вот. С той стороны вроде никто не идет, поэтому я так вот подниму сейчас экран. Так, оп-оп. Оп-оп-оп. Супчик я тоже сюда выкидываю, потому что это еда на один раз, а нам она, в принципе, сильно не нужна. Зелень на этой карте тоже, я не уверен, что я до мира дойду, а если дойду, то все равно, ну, там, скорее всего, будут сами эти зелики. Поэтому я сейчас забираю вот это вот, плюс этот хлам. Странно, что он сделал так, но мы вот так вот сделаем. Зачем-то он поджигает путь, но, естественно, понятно, зачем он поджигает путь, но все равно. Он же знает, что это ему не поможет. Или не знаю, так вот так мы видим, что звук происходит, поэтому надо очень хорошо бок рассматривать. Снизу пробегается, нет. А где враги-то все? Вот этот парень, я понял, то, что он тут находится, да, он тут тусуется, у него тут тусовочка такая. Ага, вот, у него есть лук, видите, вот, он знает, что делать с луком. Не то, что тот парень, который решил меня расшинуть и напасть на меня. Надеюсь, что я об этом не узнаю. Отлично, в голову. То, что снабжаю его стрелами, это, конечно, не есть хорошо. Вот тоже неплохо. Он проморгался еще. Так, а сзади никто не идет? Никто не идет. Хорошо. Это хорошо. Можно вот так попробовать его сейчас задавить. Ух ты, не получается из этого огня. Тяжело стрелять, на самом деле. Из-за огня. Неудобно. Это же там не тяжело, а неудобно. О, что-то FPS мне просел. ФПС, что ж ты приседаешь, дорогой? Хорошо, я пока веду по стрелам. Кстати, интересно, если здесь стрела через огонь прилетает, она же должна поджигаться. Раньше же только прикол был вроде. Теперь не поджигается. Нужно, короче, рашить. Собака стреляет по мне. Показал ему, кто есть король. Кто сзади-то идет? Никто пока не идет. Ну и хорошо. Сзади никто не идет, это вообще замечательно. Он за кактусом сидит. У него уже намного меньше, почему у меня. Он это понимает, а я все ближе и ближе. Долго он здесь сидеть бы все равно не смог, поэтому он уже понял, что ему не жить. Ну хотя я не понимаю, почему он не сопротивлялся до последнего, не стрелял из лука. Он мог попробовать меня убить, это было реально, я считаю. Ну, вполне реально убить меня. Меня убить это изи. Меня часто убивают на Скайварсе. Вот. Так, нагрудник возьмем вот этот, железный. Отлично, у нас теперь есть железный нагрудник. Да у нас теперь вообще хорошая броня получается. Но понимаете, фишка Скайварса не в том, что ты убиваешь легко других или что-то еще. Фишка в том, что можешь легко умереть в любой момент. То есть, вот я сейчас могу легко умереть. То есть, ко мне кто-нибудь подойдет сзади, подожжет, скинет меня куда-нибудь и все. Я буду бежать по мосту, меня баха скинут. Мне вот это в Скайварсе реально нравится, доставляет удовольствие, что тебя могут скинуть в любой момент. В любой момент, кто угодно и хоть как. Вот я сейчас бегу к этому мосту, думаю, стрелять из лука и все, я упал. Я упал и умер. То есть меня уже все безнадежен. Безнадежно погиб. Застроится на центр? Нет, не строится. Видимо, уже забил. Сколько людей осталось? 5 игроков, еще 5 игроков. Жесть, так много. 5 целых человек еще играет на этом Скайварсе. Я даже не лутаю сундуки, нижние тоже. Кстати, вот это вот вроде мой остров. Может, сразу же видно. Видите, кактусов нет, не стоят. Значит, я очистил. Значит, это мой остров. Все просто. Бежал, засранец. Ну ладно, за ним пойдем. Отлично, в голову. Не будем терять времени, сразу же сюда. Он убегает, убегает по этому мосту самодельному. И встречается с кем-то еще чуваком. Неужели у них тьма? Да ладно, у них там что, тим? Реально, это тима нубов опять. Ну, боже мой, где нубы постоянно. Тима нубарастов. А вот сколько этих тим не встречаю, они постоянно встречаются, ё-моё.
О, как меня бесят эти тиммейты. Постоянно. Вот чем нравится, как тим... Там даже написано Skyward Solo. Они все равно в тиму идут и идут, а? Не могу понять, зачем они это делают. О, к ним еще один чувак подвигает, я сейчас продамажу этого парня. И этот чувак двоих задамажит сзади. Давай, давай, нападай, нападай. Не, не втроем, в тиме, жесть. Да ладно, тима из троих. Если я сейчас выиграю эту тиму из троих, это будет реально жесть. Реально жестко, тима из троих, никогда еще такого не встречал. Фух. Блин, тиму из троих будет выиграть очень тяжело. Плюс, конечно, нужно может подойти сзади и убить. А нет, все, он сдох. Алло, он погиб? Это их друг погиб, надеюсь. Отлично, минус один! Что ты стоишь-то, парень? Минус два, хорошо. Где третий? Где третий? Отлично, все, минус два. А у них где-то третий был, куда он делся? Возможно, он погиб. Это, возможно, он и погиб как раз-таки. Ну, ё-моё, увидели, тиму эту раскидал. Вот это красава! Все, даже если я сейчас проиграю, меня кто-нибудь скинет по-дурацки, я все равно должен был выложить эту серию, потому что это было реально круто. Как эти раки мне слились. Дэм один на один остался с этими чуваками. И слил один на два, то есть и слил их. А вот тот чувак бегает, кстати. Надо забрать алмазный нагрудник. Чувак уже получил там минимум на пол хп урона. Но я не отчаиваюсь, сейчас быстренько себе заберу алмазный нагрудник, чтобы быть намного сильнее, чем сейчас. Эй! Нет, все зависло! Все, кажется, я вылетел. У меня интернет отпал, ребят, это жесть, как не вовремя интернет отпадывает. О, не-не, все, отлично, отлично, интернет не отпал. Это была иллюзия обмана. Алмазный грудик нужен, мне. А где этот парень, не вижу его. Опасно все, это опасно очень. Пока меняете вещи, чувак может легко прийти. Опасность, опасность 99 уровня. Что-то там в заднем плане что-то делает. В подъезде. Он не идет. Но лучше бы я, конечно, не алмазный крюк искал, нападал на него. Но просто хочу стать немного сильнее, быть на его уровне, чтобы когда я напал, у нас было равные шансы в ПВП. Ну где этот чертов алмазный нагрудник? Что-то так не везет-то. Уже все просто вырыл, кроме того алмазного нагрудника. Где он уже? Чувак, давай, покажись мне. Где-то там, я знаю. Он вот там засел, да? Так, у меня должна быть кирка. Но она у меня, естественно, есть. И что это такое за заседалово? Бессмысленно. Я все равно не пойду, я не псих. Я даже сделаю вот так вот, чтобы я всегда был выше, ему было тяжело подняться ко мне. Естественно. Очень опасный момент на самом деле. Раз, два, и все. Построил себе гробницу и упал с обрыва. Все очень просто. Ну что ж, а на этом все. С вами был Демастер. Подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно комментируйте под видео. На этом все. И, ребята, знаете, технические проблемы мы решаем каждый день. Мы стараемся сделать все для того, чтобы вам лучше игралось. Понимаете, сейчас просто такая ситуация очень тяжелая у нас на проекте, поэтому, ребята, пожалуйста, ну не стоит вот этот спам в комментариях и так далее. Мы все знаем, мы все понимаем, мы это делаем, мы не просто сидим и не отвечаем и ничего такого, потому что мы заняты работой. А вы своими этими отвлекающими комментариями, обсирающими наш сервер, просто даже не можете понять и войти в наше положение. Ну, короче, засранцы вы, ну не все, конечно, те, кто это пишет вообще, да, вот засранцы реально. Вот, поэтому, ребята, вот видите, даже на моего персонажа в игре уже слезинка на глазу навертывается. Вот, на этом все. Всем удачи. Всем пока. Поделись роликом.